иду вечером по парку. Я смотрю, вечером бегают, спортом занимаются. Где-то еще собаки лают, блин, бегают собаки. А тут прямо один за другим бегуны бегают. Ого, я такого еще не видел, честно. И все бегает, бегает, бегает. На самокатах катается. А все специально площадка для выгула собак. Вот тут огорожено, чтобы собака не выбегала за пределы. Вон одна собака, вторая собака, третья собака. Вон она, какие собачки. Вот она. Люди катаются на самокатах, бегают. Это в Украине у нас только в основном по кафе сидят, сидят и бухают. По паркам. А тут люди спортом занимаются в Венгрии. Вот так, все, ну тут. Люди о своем здоровье заботятся, а собаки развлекаются. Тут специально огороженная площадка. Вот так она устроена тут жизнь. Иду дальше. Вот тут бегают собаки. А здесь играют в футбол вечером. Сейчас 10 час вечера. Ребята играют в футбол себе. Как раз вот оно как тут вот. Так что венгры — нация спортивная, они любят спорт и охотно занимаются спортом. А здесь играют в баскетбол как раз. Вот тут все для спорта. Так выглядят туалеты в ботаническом саду. Один туалет, второй туалет и третий туалет. Как раз. Похоже, больше на какую-то футуристическую постройку, чем на туалет. Как раз. Баскетболисты играют, ребята. Да, впечатляет, конечно, это все очень сильно. Он гуляет, детки маленькие вечером. Вот еще одна баскетбольная площадка. Тут уже как раз. Но все для развития спорта, инфраструктура в Венгрии прекрасная. Вот. Буду идти дальше. А вот еще дорожка такая для бегунов с подъемами идет. А дорожка идет красная, как ковровое покрытие наподобие. Но полумягкое такое еще идет. Вот идешь по нему, идешь. Уже, правда, темно не видно уже. Ну, отключить уже этот. Не включается. Хух-хух-хух-хух-хух-хух-хух. Так, выходишь сюда. Это надо днем будет снимать уже.